Запрет на рыболовство в морском заповеднике позволил сохранить здесь здоровую и богатую популяцию рыб. Во время брачного сезона песчаные акулы чувствуют себя на песчаных рифах в безопасности. Как и для черепах, эти мелкие прибрежные воды крайне важны для них. Это удивительное побережье продолжает радовать нас все новыми находками, особенно на более отдаленных рифах. В октябре 2000 года группа дайверов под руководством Питера Тима обнаружила латимерий на глубине в 104 метра. С тех пор многие другие исследователи подтвердили, что в этих водах живет здоровая популяция этого доисторического вида, который считался вымершим около 400 миллионов лет назад. В наши дни в парке развернута программа по исследованию латимерий. Ученые продолжают открывать секреты этих удивительных глубоководных жителей.